Дорогие, всем привет! С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Насколько сильно он вами дорожит, насколько сильно он к вам привязан. Давайте будем смотреть. Правосудие – это кармическая связь или же это кармический закон вступил в силу, так сказать, вас триггернуло на встрече с этим человеком. Или еще, возможно, ну, все не сбылось, не случилось. Мы же не знаем, да, как давно вы знакомы. Поэтому здесь нам показывает состояние некоего урока этой встречи, этого общения. Либо у вас уже там все всерьез, а может быть, вы взяли паузу на данный момент. Смотрите, что у вас, как у вас. Напишите мне в комментариях, насколько, как давно вы вместе и что между вами. Или это просто еще пока что случайное знакомство, да, на просторах интернета. Или где-то вы на каком-то мероприятии, в спортзале, фитнес, да, на дискотеке, танцклаб, бар, ресторан. Выставка, галерея, кинотеатр, кафе, пирожковая, чебуречная. Расскажите, где вы, как вы познакомились. Это тоже будет очень интересно. Давайте сейчас посмотрим, что здесь показывают про человека в целом. И по вам еще давайте вопросик зададим, какая вы тут сейчас с ним. Значит, смотрите, интересно, человек сейчас... либо уставший от некой истеричной женщины, находится в своем доме, в благополучии, в мир с самим собой, с его близкими, тем, чем он увлечен, а он увлечен и работой, и хобби, и развивается. У него все прекрасно, этот человек очень любит работать. Когда он работает, ему пофиг на все истерики. И вообще вот эта дама, она у него уже в прошлом, где-то на отшибе. Вы. Какая вы? Трудяга, также склонны к развитию отношений, можете добиваться много чего, причем, смотрите, мастер и у вас жезлы, то есть вы действительно, вы тоже трудяга, работяга, девочки. Ну, если вы сейчас не находитесь где-то на пенсии, например, да, или девчата разных возрастов, кстати, а бывают и балерины в 33 года уходят, вы знаете, да, на пенсию, или во сколько там, ну, погуглите, да, поинтересуйтесь. Причем, если вы в тайных женщинах, вы такая развиваетесь, но вы не спешите открываться. Вы закрытая книга, вас интересно и нужно разгадывать. И вы сами бы не прочь, чтобы вас подразгадали, а не просто бац-бац и в дамки, да? Что между вами в целом? Что на данный момент между вами? Вот это не привязка. Отпуска и отдых отдельно друг от друга. Не 24/7. Девочки, вот у кого вы вместе? Возможно, вы решили взять паузу действительно и побыть немножко врозь. Здесь есть некие переживания, уходят они в прошлое. Либо вы сравниваете, как оно начиналось неплохо и что творится сейчас. Сейчас какие-то острые моменты и желание отдалиться. Пока так показывают. Здесь, в общем-то, знаете, табачок врозь. На что обратить внимание? На то, что здесь еще есть некая дама, которая ждет его в своем доме. В принципе, женщина одинокая, надеется на встречу, может подкупить его всячески и посолами разными, и хлебосолами, хлебосольностью, разносолами. И финансами, и здесь дела могут быть делишки, и вообще женщины с детьми, скорее всего, семейная, замужняя, незамужняя, скорее всего, в разводе, но такая, которая пытается построить жизнь, она может быть одинока с кем-то вдвоем, то есть в своей жизни она может чувствовать одиночество, неважно, есть ли у нее вторая половина или нет, но она нацелена на этого мужчину, может быть, даже бывшая. Не дает покоя, и все как-то пытается с ним встретиться, и как-то его в лоно семьи привести снова, или что-то ему как-то внушить, что-то полезное, что детям надо помогать и прочее. Ну да, вот такая не промах. Его отношение к другим отношениям. Заморозка. Он видит, что там женщина, действительно, это либо бывшая супруга, либо просто жена, в общем, такая величественная дама, можно так сказать, величавая.
велеречивая, умеет быть в комфорте, умеет быть такой, знаете, вот тогда, когда человек своего все равно добьется, добивается или дожидается, да, несмотря ни на что, такая ресурсность большая. А вот он здесь, понимаете, тут мягко стелит, да жестко спать. Вот он взял какую-то паузу. Девочки, возможно, и там, и к вам, да, если есть третьи лица. Потому что ему нужно что-то хорошенько обдумать. Император, видите, идет перевернутый. Она императрица ровная, она знает, чего она хочет, добивается. Возможно, даже больше зарабатывает. Или с мужчиной ей хорошо иметь тоже мзду какую-то. Ну, хорошо, если это на детей. Но так может человек им вцепиться в некие моменты, в некие лакомые кусочки, когда можно последние штаны с человека снять. Да? То есть там уже не уже для детей все сделал, там для нее уже и построил, и отдал, и ушел без штанов. Вот можно так сказать. Вот здесь трансформация должна быть, старое должно отойти. Но очевидно, эта женщина старая, она не может принять, что все уже время прошло, поезд ушел, здесь идет некое цепляние, да, и нет проработки. Она не стремится, она и так цельная, и так хорошо, и будущее, очевидно, она еще видит с этим человеком. Может быть, на подсосе его, простите за сори, да, вот за такие выраженьица. А может быть, энергетически, финансово, всяко. А может, вы знаете, смотря вот здесь, показывают ее неплохо для своей семьи, для своих детей, она старается или просто для себя, да? Как назвать такое поведение? Ну, каждая, наверное, старалась бы для себя и для своих близких, а плюс еще, ну, я не знаю. Мы не знаем, в какой стадии этот человек, насколько там вот это все серьезно, да? Общий сеанс. Тем, кому интересно. Ну да, здесь, ой, смотрите, даже здесь какие-то весенние ощущения, что все будет хорошо, что вернется. Вот здесь вот семья, приятные отношения, какие-то, возможно, семейные мероприятия. В общем, кто желает узнать поподробнее, индивидуально, читайте информацию под видео, я смотрю экстрасенсорно. Плюс также я смотрю по фото и в каналах яснознания и сновидения. И на картах Таро это мой магический инструмент, с тарологами не путать. Я не наученный таролог, у меня дар от рождения, но Таро это мой проводник, один из проводников информации. В основном идет экстрасенсорная информация, экстрасенсорная и по-разному. Выходы по-разному. Иногда настраиваешься, иногда оно приходит даже во сне. Вы еще не обратились ко мне, я уже знаю, кто придет, да. Ну, в общем-то, кому интересно, читайте информацию и пишите. Поставьте, кстати, пальчики вверх данному видео, поддержите мой канал, мою работу. Это мотивация для наших новых встреч. И ваша благодарность дает все-таки для энергообмена, для равновесия, для баланса, да, все-таки вы что-то даете. Вот ваша подписка, это очень важно. И также ваши комментарии, пальчики вверх. Ну что, давайте посмотрим, так насколько же вы ему дороги, насколько он к вам привязан. Вы знаете, у вас как будто бы вот чуть-чуть и будет романтика. Вот еще немножко, вот еще что-то доделать. Но есть какая-то усталость, пресыщение, разочарование. Не все так просто. И причем есть колесо судьбы. Но вот этого, скорее всего, нельзя было избежать, то, что есть между вами. Вот колбасит, так уж колбасит. Зацепила, так зацепила. И есть и настороженность, и есть защита своих неких прав, своих собственных свобод. Не лезь в мою жизнь. Вот что-то такое здесь есть. Понимаете, вот вас сильно притянуло обоюдно, а есть почему-то какое-то противодействие, да, противоречие. Закрываются все ходы там, где прямо, там, где ровно, там, где открыто. Что мужчина, почему ты так себя ведешь? Ну, девочки, королева мечей. Там все-таки есть некое воздействие. Мы не говорим, что это прям зелье варит. Может быть, энергетика. Это могут быть обязательства. Это может быть сила. Сильная. Ну, конечно, взяла там его. Кулаком погрозила, да. Горшком помахала. Все, пошел назад. Ну, не обязательно. Возможно, он видит, что там есть больше перспектив. Там у него будет спокойная, сытая старость, да, а сейчас он ходит как обтрепыш, обобранный,
раздетый и разутый. Может и такое быть. Да? А придет туда как бы некая манипуляция. Там сила сильная, там уверенность, самоуверенность. Там может быть просто вот фиговый мужичишка, давай бы покрышка, лишь бы было. Из двух зол мужчина выбирает, скорее всего, наименьшее. А вы, ну вы такая сами-то по себе. Ну, понимаете, вы можете быть стабильной, вы можете быть больше, как в друзьях, помогать ему так же. Но сидит он, не знаю, на двух стульях или все-таки один выбирает. Вот здесь нужно все-таки, конечно, индивидуально смотреть конкретно вашу ситуацию. Потому что все так покрыто тайной, и вы там в тайнах находитесь. У большинства так проиграется. Даже жены могут уйти в разряд тайных, где все непонятно, где мужчина ушел, там его манит, и вы его чем-то тоже притягиваете, да? Тем, что осталось, возможно, в ваших отношениях, а возможно, про вас было, что вот здесь ситуация вас касается, да, вы более сильная. Но он такой, понимаете, не то чтобы любит, не любит, и вот насколько ему важно, да, быть. Ему безопасность нужна определенного рода, чтобы за ним все-таки поухаживали. Мы здесь не видим, вот насколько он сильно привязан. По шуту, по дураку вообще сейчас привязки быть не должно. Может быть, это временно. Может быть, да, временно. Нужно какое-то время отдалиться. А по-хорошему он может отдалиться и от вас, и вот от этой дамы. Или, если это вы от вас, и от кого-то там третьего. Если нет третьих лиц, то значит ему нужно побыть одному, что-то переосмыслить и на что-то решиться. Потому что здесь, посмотрите, судьбы, пути, они открыты, они непросты. Тем не менее, здесь видите, что человек сам загораживает там, где открыто. Тайные и тайные, может быть, даже в себе в чем-то не уверен, справится он или нет, потому что сейчас, возможно, есть какой-никакой, но статус, или он понимает, что если он уйдет, он останется без штанов, его, ну, все заберут там, да, и он, а кому он нужен, гол как сокол, может быть, и так человек рассуждает, да, даже если вы готовы принять его в свои пенаты, обогреть, накормить, отмыть и заботиться о нем, да, возможно, он будет просто чувствовать себя неуютно. Вот такой может... Вы знаете, тут двойная. Либо он, ну, уже как привык, да, остается в какой-то вот в привычной атмосфере. Либо он просто не уверен в той, к которой он может уйти. Вы это или другая женщина, да, сами мне напишите, пожалуйста, подумайте, как оно у вас. Так, и совет-рекомендация. В ближайшее время здесь вас будет очень сильно кошмарить. Будете обижаться, что он холоден, что он себе на уме, что вы ему не нужны, нужны только по страсти, страстные, да, так оно в принципе и есть. И здесь разделять с кем-то вот эту ситуацию, с подружками, кому-то жаловаться вообще лучше не стоит. Тут вас могут сглазить, самосглаз, может быть, самопорчу можете навести. Когда все неплохо, а потом раз и плохо. Ну, позавидовал, сами себе плохо сказали, ну вот оно. И вспоминаете, а он с кем-то с другой, да, в тот момент. Перетягивание каната. Кто кого? Очевидно, у вас идет вот за этого мужчину, как, знаете, переходящий кубок, знамя. Ну и прочие для сравнения. Все-таки здесь давайте до старшего арканчика. Да, тут уходит, приходит. Очевидно, неожиданно потом сам себя не понимает. Хочет выйти на связь и не выходит. Весь он такой все-таки и страстный, и чувствительный. Здесь очень сложное сочетание человека. Очень. И пытается лучше друзьями остаться, думает, как будет правильнее, как логичнее. Все-таки семья, порывы какие-то есть и жезловые. Так, давайте до старшего аркана все-таки. Когда же это закончится, непонятность, да, как хочется радости. Девчат, здесь выбор. Здесь выбор. Но, в общем, он должен сделать или не сделать. Но, в общем, ситуация, требующая выбора. Чаще всего говорит, что человек не свободен или он не может определиться. Кому ему, с кем и как. Ну вот так. А вы будьте умницами, красавицами, щедрыми, добрыми по возможности, интересующимися, сексапыльными. Что еще нам красивым остается, умным, да, Василисом прекрасным? Совет, рекомендация. Подумайте просто, давайте любой вопрос и возьму одну карту, один аркан.
для вашего вопроса, типа бонуса сейчас. Девочки, вот смотрите, еще не время, но вопрос здесь прям, знаете как, это вторые шансы, это исцеление, это выход на новые уровни связи, общение с человеком, возможно, такое понимание уже какое-то, знаете, когда все обиды прошли, все простилось, и здесь идет выравнивание. А про вторые шансы, да, возможно, вы расстались, и все плохо, но есть еще шанс быть вместе. Но это обоюдно и осознать, да, что тут надо просто идти по какому-то новому пути. Здесь большая трансформация, большой квантовый скачок, скажем так, должен произойти. Что-то должно быть осмысленно. Но это не здесь и не сейчас. Это у вас в преддверии как бы. На любой ваш запрос эту информацию наложите, скажем так, да, как-то накладывается сверху. У меня сегодня, кстати, был опять про русский язык, про наш прекрасный, могучий, красивый язык русский. Врожденная грамотность. Вот положить, покласть, накласть, да? Класть, положить. Положить. Наложить уже говорить не буду, да? Вообще как-то это некрасиво. Ну, звучит. Тем не менее, улыбнитесь. Это так же, как одеть, надеть, да? Ну, вот так. В общем, чуть-чуть про грамотность. Вспомнилось, да, и надо погуглить, как же все-таки правильно. Конечно же, покладите, не говорят, да? Положите. Ложить тоже не говорят. Положить. Если у вас еще есть интересные какие-то моментики, тоже что-то вы припомнили, вспомнили, пословицы, поговорки, какие-то приятные запоминалки, да, в стихах, может быть, или в чем-то смешном. Ну, как бы пишите, делитесь. Будем с вами еще раз образовываться, да, улучшать свою грамотность. Ну что, спасибо, что вы со мной. Надеюсь, вам было интересно и полезно. До новых встреч, вам всем взаимности и пока-пока.